ООН назвали Україну одним із лідерів в світі з вимирання населення. Такі дані наводить організація «Демографічні процеси». Населення України скорочується швидко, ймовірно, до 2050 року. У нас буде вже не 41 мільйон, а 35. В ООН вважають, що така ситуація в Україні через зниження народжуваності, через високий рівень смертності та зовнішньої еміграції. Ми вирішили запитати у містян, що може вирішити таку демографічну кризу в Україні. Сейчас содержать детей очень дорого, поэтому многие из-за этого временят, ждут лучшего, как говорится, времени. Что повысить? Помогать матерям больше с детьми, государству. Самому прокормить себя надо, а тут еще детей. И садики, кружки очень дорогие. У меня трое детей, я знаю, поэтому... А дети тоже хотят видеть что-то вокруг себя, хотят ходить в театры, в кино, в развлекательные центры, плюс заниматься, плюс репетиторы. В общем, это все на самом деле. Поэтому, мне кажется, это многих стопорит. Хотеть, не знаю, какие-то социальные, может, сферы улучшать, чтобы в будущем дети рождались, не знаю, роддомы строить. Я думаю, тут главное рекламу правильно подать. Если всем рассказать, что рождать детей – это хорошо, все начнут рождать. А сейчас просто повсюду говорят, что это плохо, это рано, и из-за этого все этого не делают. Я думаю, сначала надо начать с рекламы хорошей, а потом можно и до экономики. Стоит как-то государству удерживать людей, которые, ну, удерживать, чтобы они не уезжали в другие страны. То есть, я считаю, ну, у нас в стране нет проблем с рождаемостью. У нас в стране есть проблемы с тем, что люди уезжают со страны. И министру экономики, если это ему посылается, стоит задуматься о том, что надо сделать, чтобы этих людей оставить в стране. Улучшить жизнь населению. Они сами останутся. Каким образом? Каким образом? Если будет нормально в стране, работа будет, перспектива, будущее для своих детей, внуков, люди не будут покидать, они же жили здесь. И я уверена, что люди продолжают и любить, и хотеть жить здесь, но вынуждают обстоятельства. Семьи должны быть прежде всего готовы к этому. Нужно, чтобы люди были ответственны к этому. И прежде всего нужно тоже рассматривать финансовый план, потому что ребенка содержать это ж не за бесплатно. Само желание людей размножаться в этой стране. Ну, то есть комфортные условия не только в экономическом плане. Увеличить зарплату людям, отвечающим за физическое и моральное здоровье нации. То есть педагогам и врачам в первую очередь. А почему именно так? Я же говорю, эти люди отвечают за то, каким вырастет будущее поколение, как оно будет воспитано, в каких идеалах, будет ли оно читать, будет ли оно чтить место. И чтобы стараться, чтобы у этих людей было уважение к своей родине. Я бы, наверное, увеличила количество рабочих мест и, соответственно, оплату за работу людям, для того, чтобы они получали достойную работу, им было просто неинтересно уезжать из родной страны, где можно очень много всего сделать. Ну и рождаемость тоже зависит прежде всего от уровня доходов населения. Я думаю, что уровень доходов позволил бы оставить и людей в Украине, и повысить рождаемость. Чем лучше живут люди, тем, соответственно, больше у них желание есть работать и заводить семьи. Экономику развивать. Молодежи давать преференции больше. А рождаемость это надо? Не будет экономики, не будет рождаемости. Или будут рожать те, которые ради пособий.